Саша Козис там очень себя так ведет, как-то непонятно. Я ее помню, как ее весь коллектив стебал, что она шестерка Лисовой сидела, ее вообще никто не слышал, не видел. И откуда такое вообще, просто с самомнением, не знаю. Я тебя до сих пор ненавижу из-за того, что бегала за Григоренко. А при чем здесь? А чё ты меня ненавидишь-то, боже мой? Какой у тебя бронзер, какой у тебя бронзер? Ты тупая, что ли? У меня их много. С кем общаешься сейчас дома-то? С Татьяной Владимировной. Нафиг тебе этот лох. Ну, мы уже не вместе. Камил, роль норм. Ну, да, нормально. Нормуль вообще четко. Короче, ну долго еще ехать. Вот Галыгина. Вот это Галыгина. Слушайте, вот это какой-то, они говорят, большой магазин. Любит, да. Ой, нет, вы так кричали, я аж испугалась. Нет, мне кажется, что не он. Хотя надо уточнить. Покажи. Тут хотя бы освещение есть. Так страшно. А может быть нам туда? Галыгина был. А вот Галыгина, да. Мы уже проехали. Как называется магазин? Они не помнят. Ладно, сейчас подожди.